Всем привет! Ничто не ускользает от бдительного взгляда видеокамеры. Будь то драматическая авария, удачное спасение, глупое действие или даже магия. Многие кадры настолько невероятны, что сложно поверить в их реальность. Сегодня мы покажем вам эти шокирующие моменты. Поехали! Друзья, рекомендую подписаться на канал «Просто посмотри», где автор создает познавательные, крутые и необычные видео, которые вас точно удивят. Качество монтажа и подача материала действительно топовое, что, несомненно, подарит вам массу незабываемых эмоций. Мне такой контент понравился. Думаю, и вам будет интересно посмотреть. Канал молодой, поэтому ему как никогда нужна поддержка. Давайте поддержим автора лайками и подпишемся от нашего сообщества. Переходите по ссылке в описании и смотрите новое видео. Несколько работников веселятся, пытаясь убрать снег с крыши их мастерской. И вот к чему это привело. Повезло, что в том месте никто случайно не проходил. Это произведение искусства включает в себя 486 шаговых двигателей, 86 тысяч светодиодов и пятиканальный гранулярный синтезатор, благодаря чему мы можем наблюдать вот такую невероятную картину. Человек из этого видео собственными руками создал действительно необычно крутые часы. Размер у них небольшой, так что можно смело брать с собой и хвастаться друзьям. Волнующие кадры изнутри гоночной машины, на которых видно, как уверенно водитель справляется с управлением на высокой скорости по грунтовой извилистой дороге. Этот захватывающий момент был снят в Мексиканском заливе. Рыба буквально сама прыгает в рот киту. Мало того, что на этого футболиста запишут автогол, так вы еще посмотрите, каким местом этот автогол был забит. У него сегодня очень неудачный день. Есть множество видео, где айсберги откалываются от ледников. Однако здесь ситуация более уникальная. От материка откололся кусок суши. Кто играл в шахматы, тот знает, как для игрока важна тишина. Но эта партия оказалась слишком напряженной, и зрители не смогли остаться в стороне. На музыкальном фестивале в Бельгии было продемонстрировано использование более 300 лазеров одновременно. Невероятное зрелище. Этот торговый центр в Мексике открылся, несмотря на незавершенное строительство и предупреждение владельцам об опасности проседания. Вот что из этого вышло. Вот как быстро и эффективно можно избавиться от преграды на реке. Стоит сказать, что это не лучший день, чтобы пойти на рыбалку. Если вы не видели ничего подобного раньше, то вот вам высокоточный ракетный удар по условному противнику. Вы знали, что шанс упасть с кровати и погибнуть выше, чем вероятность нападения акулы на человека? Еще очень сильно распространен миф о том, что акулы едят людей. Это не так. Зачастую они нападают на нас из-за плохого зрения, банально путая человека с морским котиком. Этот дайвер не на шутку перепугался, когда сразу после прыжка в воду заметил поблизости белую акулу. Его на самом деле можно понять. Акула действительно была большая.
Легенда гонок Михаэль Шумахер совершил поистине невероятный трюк. Он сделал петлю, проехавшись по стенам и потолку автомобильного тоннеля на высочайшей скорости. Достойно восхищения. С помощью 300 заполненных гелием метеозондов команда инженеров и пилотов сумела поднять воздух на высоту более 3 километров целый дом. Напишите в комментариях, к какому мультику эта отсылка. А этот житель Уфы, должно быть, пересмотрел обучающих роликов по мытью окон. Искусство можно найти в чем угодно, даже в таком нехитром деле, как курение. Парень заполнил дымом мыльный пузырь, который лопнул при контакте с водой, и создал вот такую невероятную картину. Люди нашли тигровую акулу, выброшенную на берег, и даже несмотря на потенциальную опасность, они помогли ей вернуться обратно в родную стихию. Плотина – специальное гидротехническое сооружение, которое преграждает водоток воды, помогает создавать водохранилище или регулировать напор в конкретном месте. К сожалению, случаи возникновения аварий на таких сооружениях также не редкость. Как, например, обрушение этой плотины на озере Данлоп, снятой камерой видеонаблюдения. Летающие автомобили последнего поколения позволяют за пару минут превратить вашу машину в самый настоящий самолет. На этих кадрах показана самая большая соляная равнина в мире, расположенная в Боливии. В некоторых странах начали создавать музыкальные дороги. Суть их очень проста. Машина, проезжая по определенному участку дороги, вызывает звуковой шум, который складывается в мелодию. Их делают специально для того, чтобы водители не засыпали на дороге. Скоростной поезд может ехать очень быстро. Вот как его движение видят люди рядом. Чтобы снести старое здание, на его опору установили взрывчатку и взорвали ее одновременно. Зрелище получилось, что надо.